Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Том 2, вопрос 646. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Почему Христос говорит во множественном числе о себе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что Он един во Святой Троице. Книга Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина».